Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действие, а потом задумываются о последствиях. В этом имени звук «В» не создает неприятных ассоциаций и универсален в плане сочетания с другими звуками. Партнерам этой личности стоит учитывать также, что люди, управляемые Венерой, не выносят разногласий. Для этого имени характерно проявление заботы, ответственности, дисциплинированности, плюс данной личности склонны к романтике. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Звук «М» в имени воспринимается окружающими положительно. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Бывает, что обладатели буквы «В» в этом имени являются романтическими натурами, они способны быстро установить контакт с людьми, прекрасно разбираются в философии и психологии. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Носители этого имени с буквой «В» возможно ждет отход от истины к заблуждению. Кроме того, они иногда находятся в вечном поиске чего-то, что понятно только им. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Нерешительность, некоторая неуклюжесть и беспомощность, чрезмерное желание ухаживать за другими людьми. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Буква «Н» приносит в характер отрицание и сомнение. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.